Что такое гармоничный коллектив и взаимопомощь? В школе номер 27 провели необычный классный час с участием учителей, наставников, молодых специалистов и учеников разного возраста. Тематическое собрание вошло в акцию под названием «Я плюс». Ее разработали специально для того, чтобы помочь молодым специалистам быстрее влиться в команду маститых педагогов. Для профессионального роста необходимо изучить все грани своей личности, так считает педагог-наставник Елена Назарова. Век технологического прогресса, наиболее важными навыками, они выходят на первый план, становятся навыки коммуникации. Нужно уметь коммуницировать друг с другом, общаться, уметь осознавать себя в существующем мире, полностью анализировать свои какие-то ролевые направления, которые каждый из нас играет. Например, я классный руководитель, я дочь, я путешественник. И в одном человеке скапливается огромное количество вот этих «я». Учитель химии Дарья Андреюшкина пришла работать в школу в 2017 году. За 5 лет она успела выпустить 11 и 5 классы. Сейчас она преподает у 7-классников. Наставница Елена Назарова научила Дарью Дмитриевну полезным лайфхакам. У нее есть интересная методика, когда урок начинается, и иногда ребята не могут сразу вот с перемены перейти в режим рабочий. У нее есть методика, она использует «кто меня слышит, хлопните раз», «кто меня слышит, хлопните два», вот для привлечения внимания. Вот от нее переняла вот такой вот опыт начала урока. Преподаватель начальных классов Анастасия Журавлева пока и сама продолжает учиться в педагогическом колледже. Анастасия Игоревна тоже с благодарностью принимает советы наставницы Елены Назаровой. Она меня учит находить подход к каждому ученику индивидуальный, подсказывает, как лучше проводить уроки, то есть подсказывает методику проведения, также подбирает методическую литературу, если мне необходимо. Героини нашего материала вместе с учениками 2, 7 и 11 классов на классном часу обсудили тему отношений в коллективе и в обществе. В игровом формате все они раскрыли свои личностные качества и, возможно, стали чуть ближе и добрее друг к другу. Виктория Чиркова, Александр Кудряшов, Улправда ТВ.